Есть один погибший. Сегодня ночью на реке Ина под лед провалилась Нива. Произошло это в 25 километрах восточнее поселка Юбилейный Баргузинского района. Один человек погиб. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать правила безопасности и воздержаться от выезда на лед. Задавило во сне. В одном из домов на станции Выдрино в Кабанском районе обнаружено тело 3-месячной девочки. Для выяснения точной причины смерти девочки в настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. На главу одного из поселений Тарбагатайского района Александра Яковлева заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Господин Яковлев оплатил фактически невыполненные работы по бурению скважины и строительству водопровода в поселке Николаевский.